И договорились, что я поставил. Можете зайти посмотреть. Да, сегодня проводится рейдовое мероприятие на территории сельскохозяйственного рынка в поселке Юбилейный по адресу Курдюнская, дом 8. Людям разъясняем то, что необходимо соблюдать масочный режим. Но если у нас получается больше нарушителей, которые считают то, что маску носить не обязательно, на данных граждан составляем протокол. Вот привели гражданина, составляем протокол об административном правонарушении по статье 20.6.1 за нарушение пункта 1.10 постановления правительства Саратовской области номер 208-П. Уважаемый, добрый день. Приветики. Передаем привет поселок Малузенский. Да? Черные маски. Нет, здесь. Там я стою. Добрый день. Добрый. Начальник пункта полиции номер 8, майор полиции Давыдов. Маска есть у вас? А почему? Я сейчас сдала вам сдачу. Ну, я общалась с покупателем. Я понял. Ну, как раз при общении и маска должна находиться на лице и закрывать органы дыхания, то бишь рот и нос. Хорошо. Не надо нарушать постановление проекта Саратовской области. Уважаемые посетители, граждане.